Искусство трех поколений. В Ивановском областном художественном музее открылась выставка, посвященная творчеству династии Девочкиных. Экспозиция объединяет работы целых трех поколений художников. Особенно это, конечно, то, что это целая династия представлена, да, как и Нина Федоровна, как ее сын Дмитрий Юрьевич, ну и подрастающее молодое поколение, это внук Нины Федоровны Арсений. Техники совершенно разные, здесь представлены как живописные работы, это в основном, конечно, произведение Нины Федоровны, так и графика, акварель. Здесь есть натюрморты, портреты, а также работы, выполненные в технике батика. Вся роспись по ткани, что присутствует на выставке, – дело рук основательницы династии Нины Федоровны. По словам специалистов, художница владела техникой батика весьма виртуозно. Многие ее работы находятся в музеях, а также в частных коллекциях в России и за рубежом. Нельзя пройти и мимо пейзажей. Все полотна настолько реалистичны, что кажутся окном в другую реальность. Пейзажи – одно из самых любимых направлений Дмитрия Девочкина. Люблю города Золотого кольца, там какие-то морские пейзажи. То есть много разных мест красивых на нашей планете. И все не успеваешь, конечно, сделать. Сейчас просто это вот тут крупные работы, они в основном на плёскую тематику. На своих плёстких полотнах художник часто изображает тихие улочки города с их неспешным и размеренным ритмом жизни. Во всех работах зрители неизменно восхищает умение художника уловить состояние природы и перенести какое-то конкретное мгновение на холст. Я хочу сказать, что и Дмитрий, и Арсений, они, в общем-то, приверженцы стиля реалистического. Реалистическая манера – это вот… Это основное, что их и объединяет, и сближает. Но реализм, он многолик, надо отметить. Поэтому сейчас реализм – это не то, что фотореализм. Он имеет различные нюансы. Каждая новая работа этих художников – произведение искусства. Это новые идеи, исполненные в проверенных годами техниках. Увидеть удивительные работы целой династии талантливых художников ивановцы смогут до 10 сентября. Мария Попова, Денис Денисов, РТВ Иваново.